Всем привет, ребята! Вы на канале Ремонт сельхозтехники. Меня зовут Ильдар Мухаметов. Сегодня обзор сборочного цеха. Сборка нового трактора. Второй трактор уже К-701 на продажу собираем. Установили, значит, кабину. В прошлом выпуске я вам его показывал, как она комплектовалась. Кабина еще до конца не собрана, комплектуется уже, когда на трактор установили ее. Тут будет у нас шумка полностью. Будем проводить уже электрику, уже начали подводить электрику, кстати, покажу сейчас попозже. Провода новые. Вот все это видно, что все новое. Приборы все 24 вольт. Новая регулируемая рулевая колонка. Новые стеклоочистители камазовские. Тут еще у нас второе сиденье осталось установить. Тоже камазовские уже стеклоочистители. По кабине, в принципе, это все. Пойдем дальше. Сейчас устанавливаем крепление под капот. Кстати, вот уже оптику начали устанавливать. Фары ставим уже не круглые, а уже прямоугольные, камазовские, квадратные. Вот как раз сейчас вот электрикой занимаемся. Цилиндропоршневая группа новая, коленвал новый тут. Масло заливаем Лукойл 15W40. Так же, как и на том тракторе, тут установили электромуфту. Компрессор, я уже говорил, новый. Сейчас крепление подготовим все полностью. Будем устанавливать уже капот. Мосты полный капитальный ремонт. Кстати, можно поставить на заказ и с усиленными мостами собрать. Крылья сегодня, наверное, тоже установим. На этом месте был у нас чистопольский трактор. Его отправили уже, все. Так, этот у нас капот. Этот капот сюда идет. Этот капот уже на этот трактор, который текущий ремонт. Насосы у РПН идут уже НШ-100 новые. Ящики установили. Аккумуляторные. Также тут надо будет сейчас электрику все это подводить. Генератор поставить. Генератор 24 вольт.
Новый гидробак поставили. Навеску у нас ремонт идет. Новую не ставили. Гидроцилиндры тоже ремонт. Кабина также у нее на покраске. Кабину загрунтовали. Сейчас подсушится, будем красить ее. Этот трактор, который с частичным ремонтом езжу. Это что-то показывал вам в прошлом выпуске. Каркас кабины на покраску, которую готовили. Вот она, эта кабина. Даже в грунтовке классно выглядит, правда? Вот тут в прошлом видео вы видели, стоял чистопольский трактор. Все его забрали, отправили. Вот это второй брат. То есть это первый, второй собирается. 701, который на продажу. Пока свободный. В описании мои контакты есть. Звоните, спрашивайте, заказывайте. Также на свои трактора мы предоставляем гарантию. Также, если вы планируете в эксплуатацию уводить, допустим, не сейчас, а уже в мае месяце, допустим, да, то можно будет уже акт ввода в эксплуатацию подписывать, и гарантия будет уже исчисляться именно с мая месяца. Так вот, мой короткий обзор. Кому было интересно, ставим лайк. Также не забываем подписываться на канал. Всем пока!